ой, больно, я уже чувствую это, смотрите. Ну, пока терплю, но вообще больно. Non-Shell Intrude продолжается. На связи Chunder, и разработчик, как вы помните, сильно-сильно изменил игру. Но вроде как можно в нее играть. Единственный прогресс у нас полностью сбросился. Мы выбрали следующие механики. Перчатка всадника дракона. Это будет метеор. Мы не знаем, как он выглядит, но там даже в ачивках есть использовать метеор, фаербол и поджог в одном, за один ход. Поджог нам будет открыть. Дальше. На все фазы работает бой с 5 случайными плитками лавы. Это хорошо, потому что мы через ярость играем, и плитки лавы нам будут, по-моему, давать ярость. Ну и плюс это урон, конечно, по юнитам. Далее. Фаербол увеличенный урон наносит тоже на все фазы. На первой фазе плюс 100, а на третьей аж плюс 300 будет. Вроде неплохо. Давайте попробуем, давайте посмотрим. Так. О. Там чисто деньги, а здесь не только лишь деньги. Давай сюда. Давай сюда. Во-во-во, разбойница пошла. Это был фаербол и все. И все. Так, она ходит, по-моему, два раза. Два раза, не повторяет, по-моему. Давайте начнем с огненного дыхания, всего лишь на 800 урона. Правда, почему-то маловато, но ничего не поделаешь. Так, она начнет с этой плитки, и пусть она на ней подгорит. На два же походит, да? Добавляет две карты яда нам. Да, на два хода она ходит. Дружище, ты воюешь не туда. Я могу вот здесь раскидать, у меня перейдет сюда, у меня перейдет сюда, и будет плюс. Ярость почему-то не копится. Хотя мы яростную инфузию эту сделали, или как она там называется. Я могу, кстати, сделать лавину. И это имеет смысл. Давай. Лавина. Огненное дыхание всего лишь 400 нанесет. Но, конечно же, плюс... механика за 1000. Хорошо. Вихрь у меня позволит разнести вот это. И она окажется как раз здесь, и я смогу... Да, это хорошо. Давай. Я даже... Нет, здесь уже не очень хорошо будет. Я могу еще сделать вот так и еще жахнуть сразу же фаерболом. Смотрите, у нее 700 хп осталось. Она подходит. Ау, больно вообще-то, женщина. Ты чего так далеко бьешь-то? Ты сумасшедшая, что ли? Что ты делаешь? Ну вы видели, что она сотворила? Умри. Я 1000 все равно получил за то, что у меня остался яд. Вы видели? Мне это не нравится. Так, применение ветер, циклон. Угу. Аэроманция. Примените ветер и землю. А как это будет работать? Стоимость 3 очень дорого. А как это будет работать? То есть вот здесь земля, вот здесь ветер? Вроде неплохо, но такое. Слушайте, отбросить отряд на две плитки. На самом деле, тема неплохая для различных там бегунов, вроде пугала. Давайте будем отбрасывать. Если оно так сработает, в принципе. Я выбираю хвост. Так, армия без героя. Получим 100 атаки. Давай. Это новые события появились в обновлении. Нужно пучниц сначала одолеть. Я могу вдох, выдох. Здесь фаербол добьет. Добить-то добьет. Раз, два, три, четыре. Либо я могу 200 урона по всем. Всего лишь 200, правда. Но это крохи. 200 это очень мало. Давайте подумаем, ребятки. А, кстати, если я применю землю на вот это будет 1000 урона, как раз. То есть я могу эту женщину убить насмерть даже. Звучит неплохо, правильно? Совершенно верно, давай. Готово. Есть пробитие. Хорош. Правда, пришли еще юниты. Меня это беспокоит.
Прокрутка хвоста. Это просто отбросить. Не более чем. Огненное дыхание сейчас нанесет очень мало урона. Я могу еще раз дыхнуть, чтобы там урон 2000, это много. Либо я могу дыхнуть здесь, чтобы по двоим сразу. По двоим сразу, но там всего 200 будет урона. Либо так 300, либо так 200. А, давай, работаем. Так, вихрь. Можно раскидать вот это все. Можно раскидать вот здесь землю дополнительную. Мне это на будущее пригодится. Здесь фаербол, и она догорела. Ой, да женщина на два ходит. Да ты чего делаешь-то? Куда? Куда столько народу-то? Что вы творите? Народ, люди, люди, что вы делаете? Люди, уходите. Бам! И еще там огонь понараскидался. Красиво. Вот эта женщина, я могу ее убить полностью и сделать гранату в целом. Бам. Гранату сделал. Огненное дыхание, конечно, круто, только у меня вдоха нет. Что мы можем? Давайте подумаем. Что мы можем в нашем положении? Больше всего ХП у то этого товарища. Его нужно прям бить. Прям нужно бить его. Я могу жахнуть его вот так. И выйти на дорожку вот там еще плюс чуть-чуть. Смотрите. Здесь мы ударим. Здесь я могу даже... Не, ветер здесь не обязателен. Да и здесь тоже не обязателен. Надо подумать. Ветер по углам. Раз, два, три. Мне это особо ничего не даст. Но я ветер все равно использую где-нибудь. А, я ж могу взорвать, кстати, бомбу. Это по линии нанесется чуть-чуть урона. Могу сделать, в принципе, смотрите, вихрь. И подкрутку хвоста, чтобы вот этот парень... О, видали? Он, получается, отодвигался и ударился от того, кто идет сзади. Это хорошо. Уважаемо. Так, хорошо. Дальше. Что мы хотим распространить? Огонь. Допустим. Огонь вот этот. Бам-бам-бам. Поехали. Плохо, что ярость не копится совсем. Плохо, что он стреляет мимо. Плохо, что вдох не тогда, когда нужен. Он вдохнул, он усилился, а толку? Никакого. Так, 400. Этот парень умрет. Здесь он плюс-минус, может быть, и так умрет. Надо подумать, как это грамотнее разыграть, скажем так. Если я ветер сюда разыграю, у меня сдвинется сюда. Здесь будет гарантированная лава. Если я ветер здесь разыграю, здесь будет лава. Мне сейчас на лаву имеет смысл заморочку устроить. По этой линии все равно никто не идет. Тут давай пробьем, убьем. Тут давай... Блин, плохо. Просто ударим. Хорош! Красавчик. Здесь убили. Здесь можем поставить. И этого потенциально убить. У него 100 хп осталось. Это ну такое, ребят. Я лучше сделаю хвостом. Смотри. Бам! И этого ударил. Хорош. Этот умрет гарантированно. Мне нужно добивать только... Этот умрет гарантированно. Мне осталось добить только вот этого мальчишку. А, стоп. А стоп, ребятушки. А этого нам недостаточно. Я могу вдохнуть.
А потом как выдохнуть? На 2 единицы, да? Ух! И получить 50 монет. Красиво. Замечательно. Все, фаерболом добиваем. Пойдет, пойдет, выйдет и пройдет. Что я получил? Я получил как раз 100 атаки. Увеличивает атаки карт. Хорошо. Здесь какой-то вопросительный знак. Никто не знает, что там. Но я хочу добить вот эту область, чтобы мы ее захватили и получили бонусы за это. Так, это... Не пробились. Огненное дыхание будет стоить нам целых 2, но мы сможем очень сильно ударить. Имеет смысл. Вот эту женщину надо, правда, бить, она героиня. Крестьянин-то черт бы с ним. А вот женщину-героиню имеет смысл. Она будет ходить, правда, на 2, об этом надо не забывать. Так, здесь я могу дополнительное взять единицу. Сейчас здесь сделаем бам. Она просто убила своего же. А дополнительную единицу имеет смысл. И фаербол тогда. Добьем вот эту девочку. Пока что. 2 яда мне дали. Броню бы мне, если честно. Вот лавина. Давай мы ее выставим. Мне нужна именно броня. Ня. Распространить еще землю? Может быть. На 2 фаербола меня хватает. Давай пока распространим еще землю. Плюс 500 брони получим. Слушай, 500 урона это хорошо. Это как раз плюс 100 атаки мне, да, выдали? Красиво. Здесь тоже 500 урона. Вдохнем, но вдох мне... Да, видите, пропадает. Еще плюс 100 брони. Сколько нанесла? Сколько? Сколько? Пока нисколько. 200. Но я это не выдержал, да. Это именно пробилось через мою броню. Вроде как. Да, вроде как через броню пробилось. Хотя странно. Мягко говоря. Так, эту женщину можно добить вполне. Бам. Здесь можно хвост. Здесь можно фаербол. Здесь можно вихрь. Здесь можно фаербол. Эти клетки, с ними ничего не происходит. Видите, ничего не меняется. Так, яд нужно разыграть обязательно. Можно моментум огненное дыхание, конечно, взять. И много урон нанести. Давайте так и поступим. Хочу ли я собирать вот эти вот штуки? В принципе, чё нет-то? 600 брони есть? 400 брони осталось. Нормально, нормально, терпимо, ребят, терпимо. Я могу еще повысить, например, броню. Мы можем, наверное, кстати, вот так сделать. Бам, тут 1000 произошла. Тут мы сняли, смотрите, плитку. О, уважаемо. Тут давайте распространим немножко, чтобы было. Брони у меня 400. 200. Не-не-не, не пробило, кстати, не пробило. И выдохнуть. Хорош. 300. Добью на следующем ходу. 2000 единиц урона наносит? Нет, 200. Или 2000. Я не успеваю уследить, серьезно. Что-то я... Ладно, неважно. Что сделано, то сделано. Надо, видимо, обращать внимание на карты, которые справа, потому что когда там пишется, непонятно. 47300, видите, не лечусь, к сожалению. Так, тут какой-то кубик, такого раньше не было. Нам нужно вот это захватить.
Но здесь сильный герой, видите? Так, на ветер. На ветер. Распространение. Шторм. Шторм всего лишь 200 урона. Это копейки. Выдохнуть нормально я не смогу. Я могу применить лавину. Я могу применить огненное дыхание. Насколько смог. Я могу применить вихрь. Я могу применить фаербол. Плюс 100 брони пошло. Красиво. Пошло накопление потихоньку. Так, он нанесет 2000 единиц урона боссу и добавляет 2 карты. 2000 единиц урона, господи, да что ж так больно. Мне смотреть даже на это больно, ребят, чтобы вы понимали, даже смотреть. Ледышки призвал он какие-то. Ладно, ладно, сейчас я тебя выдохну. Что мы хотим? Распространить ветер? Лучше сделаем вот так и фаербольнем. Да, 2000 наносит. Ну, то есть это гарантированный урон, вы понимаете? Это... Что это такое? Это проклятие, да? Нанесет мне 1500, если останется в кармане. Это оно нанеслось. Навсегда прям. Чё-то жопа. Ладно, давай так. Дыхнем. Так, дыхнуть-то я дыхнул. Чё дальше? 500 единиц урона боссу. Не туда ты воюешь, дружище, не туда. Здесь нужно огненное дыхание использовать. Хотелось бы пробить, конечно, по большему количеству целей, нежели по нему одному. Создайте 4 ледяные плитки, это не страшно, мы пока выдержим. А он потом наступит и подгорит. Нам это выгодно. Здесь мы тогда просто убьем. Вихрь, на что мы потратим? Вихрь потратим на то, чтобы под ним и сейчас лава образовалась. И пойдет пока. Рано. Убирается до конца боя. Зараза. Так, а если я фаербольну сюда? Вода организуется, я тебя понял. Добиваю. И убралась, в принципе, эта плитка. Так, а если... Огонь... То он распространит, да? Распространит повсюду. Распространит сюда обратно, получается. А здесь я распространю сюда. И сюда. Плюс лава, плюс лава. Ну, такое. Прям реально такое. А если ветром? Ничего не проверил. Ну, захотелось проверить, я проверил. Давай вот так сделаем. Бам-бам, ветер прям, смотрите, как размотал. А, мне не нанесло... Нет, нанеслось. Или нет? Опять 2000. Слушай, он жесткий. Вот этот дядька очень жесткий. Я могу моментум... лавину применить, наверное. Это плюс 1000. Да, я его убил. Но он жесткий. Дядька прям сильный, серьезный. Мне он не понравился. Огненное дыхание и фаербол. Так. Потеряйте 1000 хп, но возьмите 2 карты. Не хочется. Примените землю, комбо, получите 800 брони. Истощение, убирайте до конца боя. Ну, вроде бы да. А комбо, что, за что комбо-то? Это один раз можно будет только применить, вот это мне не нравится. Давай попробуем, ладно. Следующая карта. Вот, эта вспышка нам нужна. Примените огонь. Да, вроде бы вспышка нам нужна для ачивки как раз. Карта элемента земли в этом ходу стоит 0 АП. Это неплохо. Но мы хотим ачивку. Лава плюс огонь дает 5 ярости.
А то есть без этого мы не получали? То есть только сейчас мы сможем накапливать ярость? Хотя мы, конечно, ее вроде вообще не накапливаем. А если продать? Просто получить 50 денег, понятно. Так. Плюс атака, денежки, карты, максимальное хп и релики. Понял, принял, осознал всю тщетность бытия, познал. Я хочу посмотреть, что за кубик. Такого у нас не было. Когда вы встречаете хижину ведьмы, на пути к следующей точке завоевания, вы находите старую ведьму, по-видимому, лишенную жизни. С последним вздохом она шепчет: «Возьми все, что принадлежит мне, пусть это наполнит твою душу желанием». Держит мешок с монетами, залитый кровью. Что вы будете делать? В следующем бою у вас будет минус 200 атаки, но вы получите 400 золотых. Это только в следующем бою, а следующий бой у меня рейд. Спасибо. Спасибо. Не брать монеты. Спасибо. Ну, потому что следующий бой у меня рейд. Ребят, я бы взял. Но следующий бой у меня рейд. Сестра Лейла превращает 4 плитки в святые плитки. Добавляет 2 карты священной связи в колоду босса. Плюс 100, плюс 100 всем союзникам за каждую святую плитку. Настроить? Что за настроить? Вот, смотрите, перед каждым рейдом я могу что-то менять. Меня это устраивает, меня это устраивает. Правда, первая фаза уже скоро закончится, но что делать, а кому сейчас легко? Бам, фаербол. И больше мы ничего не можем сделать. Плохо. Я могу вдохнуть. Я могу заловиниться. Чуть-чуть. И завыдохнуть. На 1000. О, или на 900, но выдохнуть по двоим. Или даже так. Нет, так может быть. Так может быть и лучше даже было бы, да. А давай. Пойдет. Тут еще плюс 1000, потому что она неслась. Нормально. Все, 4 в святость. И за каждую плитку святости дается плюс 100, плюс 100. И это ужасно. Так, мы сделали так. Нам обязательно нужно теперь сделать, друзья, вспышку. Без этого никуда. Вот так, например, сделать вспышку. Это красиво, смотрите. Вспышку. И еще плюс фаербол обязательно. Не дали ачивку. Видимо, нужно, чтобы я сам применил. Как мне святость убрать? Ветром сдувается. Хорошо. Вот она вся ваша святая сила, поняли? Просто ветром раз и сдул. Это пока отодвину. Песочный червь. Он применит, видите, как землю страшно. Хотя, а чё нет? А чё нет-то? Хорошо. Я согласен. И бамкнем. Вихрь можем сделать себе, да? Он наступит сюда, это такое себе. Вихрь мне может помочь вот сделать. И вот сделать, смотрите. Мы всю святость уничтожили, и она сейчас такая: ой, а я за каждую эту дам, а на деле... А что ты дашь? Что, на что ты вообще способна, женщина? Ничего ты не можешь. Так, огненное дыхание, но без выдоха. Это плохо, это 500 урона. Оно того не стоит. Я зато, смотрите, что могу сделать. Оттолкнуть... И фейербольнуть. Да я хорош. Так, лавинушка, да? Все, мне осталось только добить эту женщину. Если эта карта находится в руке в конце хода, дайте случайному врагу плюс 300 к максимальному здоровью. Да насрать, она умерла. Они у меня остались, ну и пусть кому-нибудь дается. Вот после рейда я вылечился. Так, взял деньги. Ваше здоровье восстановлено, мне говорят. О, дает 2000 максимального хп. Всего-то 2000. Всего-то 2000. Я возьму. Слушайте, хочется, конечно, но чё-то жестко. Неожиданно жестко.
Давайте Бальтазаров открывать тогда. Посмотрим, что у нас здесь будет. Какое-то случайное событие. На грани поражения, потрепанный, казалось бы, стоящий у двери смерти, перед вами разворачивается тихая сделка. Разработчики работают над переводом, все в порядке. Не имея возможности говорить или взаимодействовать, ваше сознание работает независимо. Силы доброжелательные предлагают сделку, требуют жертвы. Готовы ли вы к прыжку веры? Потеряйте минус 2 максимум АП, но увеличьте свое текущее здоровье вдвое. Минус 2 максимум АП, то есть у меня всегда будет 1 единица. Спасибо. Слушай, на самом деле события отвратные. Вот мне нравится событие, когда у тебя выбор между драгоценными камнями, знаешь? Вот ты выбираешь либо что-то крутое, либо что-то очень крутое. А здесь ты выбираешь говно или какашку. Вообще прекрасно. Так, мы получаем 2000 максимального здоровья. Мы берем вот эту тайну. Тайна, смотрите, это торговец. Огненная бомба наносит плюс 500 урона. 900 урона будет наносить. Вот это уже неплохо. Земля плюс валун дает 300 брони. Плюс 300 брони. Это хорошо. Поворот примените землю. Не истощается именно. Ну вот это вот спорная тема. Вроде бы да, но спорная. Аэромантия. Вот поворот, пожалуй, я бы поставил. И можно удалить какую-нибудь карту. Какую карту удалить? Как я могу колоду? Я могу колоду посмотреть? Могу. Что я хочу удалить? Земляного червя тогда удалю. Хотя. Одноразовый, ничего страшного. Давайте возьмем землю. Бомба наносит плюс 500 урона. Бомба очень тяжело делается, если честно. Прям тяжело. Оно того не стоит. А вот плюс 300 брони я бы взял точно. Все, пока хватает. Размер армии низко. Гиминаты какие-то. Давай. Двое из ларца одинаково с лица получают. Хорошо. Дыши. Дыхнул. Здесь будет ветер. Ветер это не совсем то, что мне нужно. А я могу начать с пакт крутки. Бам. Хорош. 330. Что-то произошло. Один из близнецов получает плюс 500, плюс 500. И он еще получит. Они должны быть побеждены одновременно. Вот зараза. И как мне это сделать? Как вы мне предлагаете это сделать, ребят? Ой, у меня вообще нет предположений. Так, мне нужна броня. Давайте начнем с этого. Броня. Я могу огненно дыхнуть и распространить огонь на будущее. Хорошо. Мне это очень не нравится. Они очень быстрые. Они реально очень быстрые, вы посмотрите какие. Я могу и земляным червем сюда жахнуть. Вот сюда, да, получается жахнуть. Либо вот так жахнуть, чтобы у меня на будущее просто осталось еще. А он все равно дойдет прям до сюда, впритык. Так, подожди, пока подожди, надо подумать. Огненное дыхание. Почему огненное дыхание именно? Либо земляного червя я могу сюда поставить, это мне плюс броня сразу пойдет. Уважаемо? Если честно, пожалуй, да. Мне бы как можно больше брони... Не помешало бы. Здесь я получу сколько? Плитку, плитку, плитку плюс бомбу. Ну вот плюс бомба это такое себе. А вот плитка земли не помешает. Плитка земли, причем такой бронированной. Слушай, я могу ветер, ветер и оттолкнуть их нафиг. Давай. Ветер, ветер. Этот понес урон. 4? Чего? Ужас, вы видели? Кошмар какой-то, позорище. 4300, очень много.
2000 и 1500, просто жесть. Так, пламя. Сейчас, вот это землей вообще убирается. Я могу его сдвинуть на 2, но он опять подойдет потом, понимаете, в чем дело? Сейчас, надо подумать. Вспышка плюс фаербол плюс хвост нам здесь нужно применять без вариантов. У меня вот здесь, по-моему, не уберется. Это нужно именно землей убирать. Огнем не уберется. Так что я могу вот так сделать. Сделать фаер... Видите, не убирается. Придется этого фаербол по причине того, что нам нужно их победить одновременно. Да вы что делаете? 2500, 1500. Это что было? Визуально было, как будто бы ярость применилась. Может, она автоматически применяется теперь? Так. У меня обосралась вся броня, ребят. У меня обосралась вся броня. Ей, прекрасно и замечательно. Вообще, мне нужно лавину вот сюда ставить. Без вариантов. Потому что мне нужно вот эту землю убирать. А дальше мне нужна, пожалуй, еще земля, давайте. Но мне нужна броня. Я пока сделаю вот так, конечная. Хотя, ну вообще броня мне правда нужна. Они мне очень много урона наносят. Плохо то, что фаербол сам вот это вот используется, если честно. С одной стороны круто, с другой стороны, а вот сейчас он мне очень сильно навредил. Увы и ах. Так, это мы накинули. У меня есть вихрь еще. Вихрь может распространить сюда. Либо я просто могу ударить вот так. И еще раз ударить сюда, получается. Придется. Еще вихрь применить куда-нибудь сюда. Ну и хвостом. Угу. Это хотя бы разбил, это прекрасно. Вот только брони у меня нифига нету. Так, ребятушки, у меня проблема вот с этим товарищем, видите? Мне их нужно убить одновременно, но... Я не вижу варианта. Давайте пока вихрь раскрутим, потом их двоих, если что, отодвинем. Фаза 2. Все, фаербол уже не работает. Землю бессмысленно. У меня ее быстро уничтожают. Хотя я могу. Смысл есть. Это 1000 брони будет. 1000 брони. Надо подумать. 1000 брони плюс еще 500. 1500 брони могу сделать. Звучит неплохо. Либо все же... Здесь добавить огонь. Либо вот так ударить. Давай вот так ударим. Пойдет. Ну и лавинку. Что делать? А, что делать? Сейчас я сделаю вот так. И сделаю 1000 брони. Ага, 1000 брони. Хорош, хорош, хорош. 200 брони вообще-то. 1000 брони это если бы они были уже готовенькие. А они-то не готовенькие. Вы посмотрите, что они делают. Они мне пол хп снесли. Лютейших противников разраб придумал. Просто безумных. Один фаербол сюда. Один фаербол сюда. Все. Следующим ходом мне нужно огненное дыхание. Желательно бы. Смотрите, там 5000 ур... И смотрите, у него 1000 хп... Да ты серьезно? Да ты серьезно? Да ты что делаешь-то? Какие в жопу 1000 хп? Сумасшедший, что ли? Умрите. Они умерли. Но у меня тут миллиард всех просто. Ладно. Ладно. Ладно, справимся. Как-нибудь. Землю распространяем. Нет, здесь точно нет. Огонь можно немножко распространить. Пока все.
брони немножко набираю. Слушайте, у них очень много здоровья, у всех. Если я жахну вот так, это по земле вроде бы и не сработает никуда. Похоже на правду? Похоже на правду. Отлично. Так, и здесь тогда мы просто ударим. Вихрь. О, сработай. И вихрь у меня здесь есть, я могу их бесконечно отталкивать. Красиво. Отлично. Это хорошо, ребятушки. Это очень хорошо. Здесь я могу тогда еще землю накинуть, к примеру. Как-нибудь. Сейчас надо подумать, как. Мне желательно попасть вот туда, вот туда. О, хорошо. Это хорошо. Это плюс много брони, видите? Если они ко мне подойдут, они отойдут. Здесь плюс поставлю. Хорошо. Бомбы взорвались. Неплохо. Этот стоит на земле, этот стоит на земле. Я могу жахнуть вот сюда. Это будет плюс-минус неплохо. Я еще раз вихрь. И могу фаербольчик закинуть кому-нибудь. Например, вот этому. Так, тут подумаем, не подумаем. Прям сразу вихрь. И вот сюда, вот так вот противно, смотрите, лавинку. Бам, на 1000, хорош. Еще фаербол куда-нибудь можно впихнуть опять сюда, чтобы добить его в конце концов. Хорошая идея. Все, замучили одного пацана. Дальше. Вспышка нам не даст ничего. Вот эту землю бы убрать, но у меня много лавы тогда уберется. С другой стороны, в эту лаву никто не наступает вообще. Убираем. А гранаты-то есть? А гранаты-то есть. Граната вроде бы наносит по диагонали. Поэтому если только по этой бить... гранате. Да. 400 урона всего лишь. Копейки. Такие бессмысленные гранаты. Так. Ветер. Огненное дыхание. Давай, да. Лавинушку. Давай лавинушку. Добьем в следующий ход вот этого товарища. Вот близнецы, это неадекватный бред, я считаю. Но вообще их вихрем бы сбивать. Вот этого надо сначала сломать, парня. Смотрите, бам, умер. Здесь у нас... да плюс-минус порядок на самом деле. Давайте отодвинем их дважды и будет красиво. А, один раз надо было. Хотя... смотрите, что сейчас делаю. Бам и бам. Все, этот парень... на самом деле он умрет, пока он будет идти. Вот без шуток он умрет. Поэтому нужно сконцентрироваться на уничтожении вот этого мальчишки. Да и он плюс-минус будет умирать. Вот так сделаем пока. Фаербол поэтому нет. Земля, как она тут получается, чтобы там быть? Раз, два, три. Вот так, смотрите, миллиард брони сразу. Красиво. Я спокойно могу даже подпустить к себе. Так, но я использую здесь пламя. Бам, там все взорвалось. И использую фаербол. Все, они мертвы оба. Не дойдут. Этого добьем. Этого добьем. Но вообще близнецы мне сильно не понравились. Прям говнище полнейшее. 900 урона случайному ряду. Комбо стоимость уменьшается до 1 ап. Что значит комбо?
Вот это не понимаю. Но огненный луч мне нравится. Несите урон, равный броне. Это я могу сильно ударить их. Но она одна. Но я могу сильно ударить. Накопить миллиард брони и сильно ударить. А здесь 900 урона все-таки. Случайному ряду. Именно целому случайному ряду. Но могу на постоянке применять. А это всего лишь одна штука. Давай случайный ряд. Следующая способность. Превратите каждую лаву в плитку валуна. Спорно. Нет, интересно, но спорно. А давайте попробуем. А чё нет там? Давайте. Ради эксперимента. О, фаербол. Вот. Это то, что нам нужно, ребят. Там нужно... А, не, фаербол это как раз то, что... Не, нам нужен этот. Метеорит, вот. Огонь и ветер применить, смотрите. Угу. Огонь и ветер. А как применяться будет? Где тут огонь, а где ветер? Вот это огонь и два ветра? Ну, мне интересно. Причем за одну единицу это хорошо. Что это? Отбрасывание торнадо плюс ветер увеличено на плюс один. Это хорошо. И еще деньги возьмем. И рейд у нас. А у нас 20 тысяч денег. А тут опять геминаты. Да нет. Да нет. На фазу 1 нам уже не нужно. Убираем. Фаза 3. Затем 2000 брони каждый ход, ребят. Это надо. Серебряные весы. Беру. Начните бой с 5 плитками лавы пойдет. И фаербол плюс. Хорошо. Берем. Заразы. Геминаты. Задушили. Геминаты это имеется в виду Джемини. Близнецы. Вот смотрите, ветер и огонь вот как распространится. И смотрите, какая армия сразу же с ними. Такая жесть. Вот море пламени. Каждая лава превратится в валун. Валун, по идее, это... Да, это валун. Это я сейчас сразу начну накапливать броню. Имеет смысл? Да. Но надо подумать. Но да. Давайте тогда сделаем вот так. Смотрите, раз. Бам, валуны. Это все броня. И мы в порядке. 700 брони. Ой, кошмар, господи, да что ж вы такие жесткие. Так, вспышка. Вспышка это красиво. Мне нравится. Только она сюда никак не влазит, вы представляете? Никоим образом. Разве что так можем вспышку сделать. Ну давай сделаем-то, ладно, господи. Давай. И огненное дыхание надо пробить. Эй, Джемми не надо, конечно, бить, я понимаю, но мне и этих ребят надо так-то убивать. Здесь будем копить, однозначно. Это у нас ветер, который будет постоянно ветер. Мы будем отталкивать. 700 откуда-то. Лучница. Угу. Угу. Понял тебя. Давай вот так. Земляной червь. Вихрь. Хорош. Огненный луч. Давай. Хорошо. В целом хорошо. Устраивает. Могло бы быть и лучше, но в целом устраивает. Семьсот уже опять бьют. Лучницы. Так. Поворот применяет нам землю, да? Давай подумаем. Мы можем вот здесь, например, мальчишку в том числе убить полностью одного. Ну, достаточно крепкий. Семисотник. Да
либо вот здесь тоже убить. Давай так и сделаем. Плюс земля у нас есть. Раз и два. Тут можем лаву замутить. Давай. Ой, больно, ой, больно. Я уже чувствую это, смотрите. Ну, пока терплю, но вообще больно. Так, ветер. Раз. Вот же ж, зараза. Ты посмотри на него. Ты посмотри на него, подставщик. Пранкер местный. Уходите от меня. Так, еще ветер. А я могу вот реально вот так сделать? Это тоже будет являться ветром? Или нет? Давайте проверим. Мне интересно. Это тоже ветер. Красиво. Пока жахнем сюда. Все, стоять бояться. Близнецы одновременные. Непросто. Комбо. Стоимость уменьшается. Что значит комбо? Что мне нужно закомбить? Как мне это комбо сделать? Я не против сделать комбо. Объясните мне только как. Это не является комбо. А если вот так? Это является комбо. Я должен одну комбинацию сделать в игре, и тогда будет. 1100 нанес по линии. Красиво. 3500 сейчас женщина выстрелит. Да. Вихрь. Вихрь. Жаль, больше нет вихря. 5400, 5200, да? 5400, 5200. Плохо. Давайте тут копить потихоньку. Здесь огонь замутим. Вот такой. Достаточно масштабный. И вот так. Мне вот это и надо косарик снести. Так, мне нужно любое комбо. Не любое. Мне нужно два элемента комбо сделать. Два элемента комбо. Два элемента именно, да, комбо. Не так просто. Лучше просто жахнуть, я думаю, так. Хорош, именно туда, куда нужно было. А вот дальше что делать? Хороший вопрос. Могу сдвинуть на два, чтобы он еще 300 урона получил. В принципе, имеет смысл, наверное, даже. Давай. Плюс 500, плюс 500. Но это неадекватно. Если бы они по 100 получали, это одно дело. По 500 это жесть. Так, делаем пироветер. Это гарантированно. Делаем земляную землю. Куда ее только вставить-то? А вот сюда, смотри-ка. Три земли я захвачу, и еще там земля. Пойдет. Пусть броня копится. Я боюсь этих ребят. Они подойдут и по 10 тысяч мне будут наносить. В лучшем случае. Ой, хорошо. Так, мне не нравится, что здесь 5400, здесь 3400. Один из них всегда лечится. Зараза такая. У рыцарей тоже дофига хп, конечно. Вот здесь могу лаву поставить еще плюс. Вот здесь могу. Здесь я уберу, правда, валун, мне не хочется. Могу вот так жахнуть. О, давай, работай. Ветер, пожалуйста, дайте вы мне. Ветер использую. Пусть он будет.
Ребята, вы знаете, а таймер-то убрали. Был, короче, было время на раздумье. Разраб исправил этот момент и правильно сделал, потому что на самом деле, да идите вы в жопу со своими таймерами, вот честное слово. Не нужны мне таймеры. И так непросто драться. Так, давайте повысим сразу намного. Здесь придется использовать вспышку. Можно вот так, кстати, использовать вспышку. Это разумнее будет. И по кому-нибудь жахнуть фаерболом хотелось бы, но не получится. 14400 брони. Терпим. Одновременно. А если не одновременно, то что произойдет? О, кстати. За один. Бам! Как раз туда, куда надо. Прекрасно. А, ветер есть. Это хорошо. А, два ветра. Они два сработают, реально? Не, нет, по-моему, один сработал в итоге. Плохо. Это плохо. Давайте-ка мы... Давайте-ка мы вот так сделаем. Вали отсюда. Все, и удар по лицу, и удар под лицу. Вот эта штука лечится на постоянке. Так, земеля. Земелюшка. Землюшечка. Земля мне пригодится. Опять могу откинуть верхнего. Так я и откину. Бам, на 300. Хорош. Два ветра бы мне. Этот близнец уже подошел. У меня только один ветер, к сожалению. Плохо. Что я могу реально сделать? Вот это не будет являться комбо, к сожалению. Да, это не комбо. А вот это комбо, это комбо. Ладно. И зафаерболим здесь. Плохо, что я не могу вдох сделать. Ау! Они начали бить. Ребята, эти, вы посмотрите, как побежали. Это что такое? Вы что? Вы чё вообще? Сумасшедшие. Дышим. С чего бы вы ускорились? 5. Смотри. Слушайте, ну они стали ходить больше. Я, видимо, что-то проглядел, но ничего страшного. Ладно, справимся как-нибудь. Попробуем справиться. Я могу бить только вот этого. Я буду бить его. Нужно убить одновременно. Да как я тебя убью-то одновременно? Каким образом ты себе это представляешь? Он умер. Давайте посмотрим, что будет, если... А! Нормально. Нормально. Терпимо. Мужики меня будут душить, правда. Что? Я думал, нормально, терпимо. Идите в жопу. Честное слово, ребят, идите в жопу с такой игрой. Ну куда? Ну серьезно, ну куда так? Так, здесь лаву применить имеет смысл? Однозначно да. Но надо подумать по распределению. Смотрите, мы делаем вспышку, мы делаем пиромантию. Мы делаем вот этот выстрел. Правильно? Правильно. У нас выбора нет. Делаем вспышку. Делаем пиромантию. И делаем вот так. Выстрелил. Ну, все равно нужно их убивать. Отвратительно. Отвратительно. У меня 4000 брони всего лишь осталось. Ребят, это жесть. 8000 хп. По-моему, у них изначально было меньше. Это кошмар. Это тихий ужас. Так, фаербол. Фаербол.
Могу, конечно, откинуть вот этого. Чтобы нам стражника, да? Сбить. Еще пришли Спасибо. Спасибо. Все, ребят, вы посмотрите, сколько мне нанесли урона. У меня скоро уже третья фаза. Я там получу броню, и я по 2000 буду получать брони за ход. Мне это никак не поможет. Вообще никак. Просто забейте. Тут я смогу сделать 600, но... Ох, что вот этот парень не остается еще. Слушай, ну вот то, что он, конечно, полностью воскрес, это... Но это проблема. Этот проблеман. Я здесь могу касать по стражнику. О, смотри-ка. 10 босс механик открыл и 100 земли отыграть. Хорошо, молодец. Но этого мало. Могу сделать вот так. И фаербол получается по этому товарищу. Я не знаю, поскольку бьют вот эти ребята. Надо посмотреть. Все, фаза 3. 1100. Они тоже бьют много. Это нечестно. Это вот, ну правда, это максимально нечестная битва. Правильный противник хотя бы. Пойдет. Держусь просто из последних сил. Но они все равно, видите, они доходят полностью. И воины доходят. Не самые крайние, но... Да. Так, плюс земля мне даст плюс брони приличное количество. Но мне нужно убивать. Не забывать. Поэтому нужен фаербол. Однозначно хотя бы один. Раз. Второй буду вносить или все же плюс брони много? Лучше плюс броню, потому что... Ну, я реально иначе не выставлю. Ты из брони ты не выставишь? Давай, плюс броня. И отвозим. Отвозим этих ребят. Ну вот, видите, убивают. Убили. Убили. Просто убили. Ну, если честно, это отвратительно. То есть, ну, разработчики пока что не добалансили, скажем, эту игру совершенно. Нет, я не спорю то, что я мог бы их убить, если бы я убил их одновременно, то тогда бы я их уже победил. Не спорю, ребят. Но здесь видите, какая жесть. И они постоянно ведь настакивают себе урон, настакивают и настакивают, настакивают. Это отвратительно. Ну, это правда, это прям кошмар какой-то. Так, открыли новые карты. Запустите один огненный шар на каждую плитку лавы. Это интересно. Создайте 3 карты фаерболов. Это за 0 хорошо. 2 карты огня, они стоят 0 АП в этом ходу. Тоже хорошо. Но истощение. Ну, 2 карты огня стоят 0 АП. Так, что-то еще открылось. Давайте смотрим. Получите 20 брони комбо, стоимость минус 1 АП. 20 брони? 20? Мне кажется, эта карта не переделана. То есть здесь должно быть не 20, здесь должно быть минимум 200. А то и 2000. Без шуток. На следующем ходу получите 3 АП и возьмите одну карту. Очень хорошая карта. Великолепная. И это вдох. Шикарно. Удалить. Следующая карта стоит 0 АП. Вдохните. Прекрасно. Создайте 2 карты циклона и 1 карту мастерства шторма. Их стоимость в этом ходу составляет 0 АП. Хорошо. Получите 10 ярости, если состояние вдоха, вы получаете 30 ярости. Так, новые предметы, да? Живая земля. Земля плюс валун дает плюс 100 брони за каждую клетку персонажа. Ну, то есть, если больно много противников, то мы получим больше. Хорошо.
Сила босса наносит герою дополнительный урон плюс 100 за каждую плитку лавы. Что значит сила босса? Хороший вопрос. Каждый взрыв огненной бомбы имеет 25% шанс разыграть карту метеора. Стремная вещь. Кстати, мы, по-моему, получали уже такое. Так, и мы, получается, что? Вот! Открыли, наконец-таки, мы ярость. Господи. Она не открыта была. Начинаем каждый бой с 5 из ярости. Урон огненного дыхания увеличен на плюс 300. Добавить одну карту воспламенения в стартовую колоду. Здесь мы до чего? Используйте метеор после использования силы босса. Замените все карты фаербол. Я могу здесь поменять на что-то вроде бы, нет? Две карты переворот в стартовую колоду. Одну карту метеора в старту. О, сюда хочу. Хочу сюда. Пока нету. Больше нету, видите, доступные баллы 0. Но вот это нам нужно. Огненное дыхание плюс 300 урона тоже уважаемо. Возьмите карту после входа в состояние вдох. Добавьте две карты переворот, собственно. Давайте. Слушайте, тут хорошая вещь. Карты фаербола не наносят урона, они стоят 0 АП. Вот это спорная вещь. Я отменять их не могу. 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 Но не буду. Так, а здесь что мы новое открыли? Примените 3 земли к случайным плиткам каждый ход. И уменьшение стоимости АП всех карт пира на 2. Звучит вроде бы неплохо. Звучит прям вообще неплохо. На второй фазе, то есть мы огнем сможем плеваться вообще легко. 3 земли на второй фазе. 3 ветра на первой фазе. Давай через 3 ветра теперь сыграем. Мы играли через метеор, прикольно. Но попробуем через 3 ветра, пусть будет. Да, пусть будет, что нет. Попробуем. Но в другой раз. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходят сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья — это главное.